Шавуа Тов Умеварах. Этой неделе мы читали, как Моше Рабейну и отправляет 12 людей для Эрец Исраэль, для того, чтобы они посмотрели, вернулись и дали ему репорт. Вчера я говорил идею о том, что они сказали, мы не можем туда пойти, потому что у нас не можем. И я сказал силу, чтобы человек никогда не говорил, что я не могу. Когда он не говорит «не могу», он не сможет. Он не может только из-за того, что он говорит «не могу». И то же самое обратно, что он только сможет, только потому что говорит «могу». Не из-за того, что он просчитал все, не из-за того, что он все рассчитал. Он может только из-за того, что он сделал майнд, что он может, и Всевышний ему в этом поможет. Сегодня совсем другую вещь я скажу. Почему они сказали огромные, я вчера говорил о том, что они какие огромные цадыки, они были большие праведники. Почему эти праведники пришли и сказали, мы не можем войти в Эрец Исраэль? Другой ответ. Кстати, это говорит Рав Любавич, раз ты уже говоришь, Таня. Он говорит, что они боялись победы. Победы. И долго не нужно идти. Иногда я сам, когда звонишь куда-то, и какой-то важный звонок, и ты хочешь, нужно этот вопрос решить, но сам внутри думаешь, хоть бы не ответили. Хоть бы не ответили. Когда не отвечают, думаешь, хорошо, того, слава Богу. Человек боится побеждать иногда. Боится победы. Анекдот. В израильском парламенте сидят, и люди говорят, что давай сделаем какой-то один такой маневр, нападем на Америку. Я говорю, дурак, зачем тебе нужно нападать на Америку? Это нехороший маневр. И он объясняет, говорит, если мы сейчас нападем на Америку, посмотрите, что произошло с теми государствами, которые на них напали. Это была Япония, это была Германия, они их, конечно, разгромили, но после этого они из этих государств сделали супердержавы. Они отстроили эти государства, и до сих пор это супердержавы. И они сказали, давай нападем. И они Израиль тоже разгромят, но потом зато отстроят. Мы получим отстроенный Израиль. Просто так. Они сказали, слушай, хорошая идея, хорошее дело, ты говоришь. Потом один старик встал и говорит, слушайте, а что если мы победим? Нам надо будет строить. Короче, есть психология человека, которая боится победить. Что они боялись? Они боялись, сейчас мы пойдем, мы победим. No question. Бог с нами. Но зачем нам это нужно? Чхормехуним. В Израиль зайдешь? Сейчас они вышли, это месяц Тамуз был. Они вышли, они сказали, сейчас такая жара. Невозможно. Они вышли из Аралей-Кавод. Там типа, красиво было, хорошая погода, хорошая AC. А тут он по жаре ходишь. Жарко, жарко, холодно, холодно, дождь. Все через это переживаешь. Они сказали, тут нету у нас того, одежда становится грязная, кушают половина. Когда мы на ней кого-то сидели, мы то, что кушали, 100% осваивалось организмом. Наш организм, он до того smart. Всевышний так его создал, что все, что нам необходимо, превращается и идет в нашу кровь. Что хорошее, что нехорошее, мы сбрасываем. Когда мы были в облаках, 100% осваивалось, нам в туалет ходить не нужно было совсем. Ни по маленькому, ни по большому. Они сказали, мы с Моше Рабейну вместе живем. Мы учим Тора. У нас столько святости. Сейчас мы пойдем в Эрец Исраэль. Работать все надо. Разрушится. Но в чем тогда проблема? Кстати, все, что они сказали про Эрец Исраэль, все было правда. Ни одну вещь они не прибавили. Всю правду, что ты хочешь, чтобы они не правду говорили? Они говорили правду. Но в чем была их проблема? Почему они паниш? Почему мы все паниш за это? За что? Что мы такого сделали неправильного? Они все правильно сказали.
край. В чем проблема? Край. У меня проблема. Я край. В чем проблема? Какая проблема? У меня проблема, что сейчас все. У меня это не для меня. Я вышел из своего дома. Теперь в пустыне. Не могу зайти в землю обетованную, которую Бог обещал. Я буду плакать. Конечно, я скажу, давай обратно. Это паника. В чем проблема была? Проблема была, я вам скажу. Что говорит Рабби Любавич? Он говорит, проблема была в том, что они сказали, мы хотим жить жизнью Торы. В Эрец Исраэль зайдешь, мне нужно Йошуа бен Нун разделить земли всем. У всех будет земля, все должны с землей работать. Пашешь землю. Очень трудно работаешь, иногда бывает саранча пройдет, все, что ты сделал, все на смарку, ничего нету, ничего парноса нету. Да. Ты должен работать, вечером пройдешь, уже тебе не до изучения Тора. Да. Кроме того, кому это нужно? Ты должен за дом свой платить, за tuition, школу платить. Моше Рабейну ни копейки не брал ни у кого. Все мы учились, ни у кого копейки не брал. Сейчас нужно платить. За детей школу это не дешево. За свет нужно платить, за электричество нужно платить. Хотя тут в Америке у нас уже мода, что приходят к психологам, да, сидят, разговаривают, ложатся, они сидят, они слушают, что они говорят. Платишь? За это платить, за то платить. Мне сказали, зачем нам это нужно? Нам это не нужно, мы должны изучать Тора, и у нас прекрасные условия сейчас в пустыне. Бог говорит, слушайте внимательно, если мне нужны были бы ангелы, я бы создал ангелов. Если нужно было бы больше, я бы создал бы больше. Бог говорит, мне не нужны ангелы. Мне нужны вы. Он создал Гавриэля. Он создал Млорафаэля. Он создал каждого из нас, чтобы ты был ты. Ты не должен быть ангелом. Ты должен работать. Но ты должен приносить святость в свою работу. То есть, работай, все деньги зарабатывай, но не шаббат, не на праздники. Работай, заработай все деньги, но работай 8 часов, не работай 15-12 часов. Есть законы, делай то, что ты должен делать, 100%. Но не забывай, что ты не ангел. Ты создание Бога, но ты не ангел. Ты должен зарабатывать, ты должен все это делать. На что это нам намекает? После этого у нас Тора про что говорит? Про то, что мы должны приносить яин несех. Это жертвоприношение. Что яин? Любую вещь, которая на дереве растет. Какая бараха? Хаэйт. На земле растет боре при адама. Что если это сделал джуз? Шакол. Шакол. Это уже не то, что Бог создал. Это уже поменяли. Кроме вина. Поменяли, все. Вино, какое становится благословение, наоборот, наверх идет. Идет боре при агефе. И Бог говорит, жертвоприношение, когда приносишь, ты должен наливать вот этот самый яин. Вино на жертвоприношение, несахим. И поэтому Всевышний говорит, вы должны работать, вы должны приносить жертвоприношение на этой же неделе. После этого что говорит Всевышний? Хала. Хала тоже пшено. Пшено, из него делается хлеб. Но когда перед тем, как человек бросает его в духовку, что он должен с этого делать? Он должен взять кусочек и делать из него святой. Это тоже жертвоприношение, это хала. Он снимает хала. Да, хлеб должны мы кушать, но не забывай, сделай его святым. Дальше, да, перед тем, как хлеб сделать, кстати, они поэтому сказали, что нам в Израиль ходить? Чтобы хлеб, кусочек хлеба. Это мы пошли, дай мне 10 лепешек. Это мы пришли, дай мне 2 флейки яиц. Нет! Там человек должен посеять, должен пожнать. 10 малахот, 10 работ перед тем, как, чтобы в хлеб превратилось. И они сказали, это не для нас. И последнее, что на этой неделе главе Всевышний говорит бараха. Цицит. Что такое цицит? Цицит – это вул. Это 4 конца, и человек берет шерсть. И шерсть из чего? Барана постриг, взял этот нить и сделал из него одежду. И сделал из него одежду, сделай, не забудь, цицит.
И что одну голубую нить? Почему голубую нить? Раша объясняет, что голубая нить, одна голубая нить тебе напоминает море. Море напоминает небо. Небо напоминает Бога. Что? Делай то, что ты, человек, должен делать, но не забывай эту нить. Не забывай одна нить, все, что это ты одеваешь, но одна нить должна иметь connection с Богом. Бог на этой неделе нам объясняет. Поэтому они были punished. Потому что вы правы, Тору нужно изучать, но ты не ангел. Иногда люди приходят, у них не получается, они сначала изучают, жена там рожает много детей, трудно жене одной работать, с мужчиной. Иногда мужчина приходит, и он плачет и говорит, у меня это I'm failure, мне нужно идти теперь на работу, потому что я изучал Тора, и теперь я не могу это делать. И я слышал одного раввина, он сказал, ты не прав, ты successful. Ты что, хочешь все на жену свою поставить и сам это делать? Ты сейчас successful, да. Ты шел по... Ты имел огромный зехут изучать Тора. Хазаку барух. Но сейчас у тебя огромный зехут выйти и работать. И зарабатывать, принести деньги. Зарабатывать, кормить детей и так далее и тому подобное. И поэтому, дорогие друзья, они были, вот эти 12 человек, и весь еврейский народ были punished, из-за чего? Они плакали по нужде, правильно они плакали. Это сложно, но они не поняли одного, что от нас Бог хочет. Бог от нас хочет, чтобы мы были людьми, чтобы мы жили людьми. Не значит работай, но все, Бог, рабай сказал работать, нужно работать, шаббат тоже работает. Нет, имей святость, приноси святость на свою работу, приноси святость в свой дом. Приноси святость в свое зарабатывание денег. Ходи с кипой и делай правильные вещи, чтобы люди говорили, я вот еврейский народ, я уважаю. Сама работа делает святость. Это, дорогие друзья, вся идея, почему они были punished. Не из-за того, что они хотели изучать Тора, у них была святость. Нет, они были punished, что они задумку Бога хотели поменять на другую вещь. Anyway, работает, из кулу митцвот. Шавотом, урах, мы должны не бояться. Мы должны не бояться делать человеческую работу. Нас Всевышний из-за этого создал людьми. Но не забывать про Бога и превращать каждую нашу работу, каждый наш шаг в святость. Барух Адонай. Амин.